рекомендовали переставить в другое место. Тут будут приезжать фуры, машины, будет шум, вот, свет и так далее. Замечательно. Колыме милости просим. Нет, уж лучше вы к нам. Счастливо. Так, 5 минут и тронемся. Ну, 200 километров почти до Магадана.
Хашим – это охранник на стоянке. Хороший парень. Такой доброжелательный. Щедрые люди, доброжелательные. Так, тут... Прямо 197 километров. 200 километров.
веду. Колотунчик, снежок падает. Что?
здесь на стоянке, значит, идет монтаж вышки для Теле-2. Уверенно принимает мегафон. Вчера пользовался 3G, сила сигнала 100%. Что-то у меня дребезжит, ё-моё, ж на нервы действует. Кажется, антенна радиостанции. Да. Можете записать координаты этого места. Нормальное место для ночевки, для отдыха. Тут есть место, где и переночевать, типа гостиницы. Вот рядом заправка, кафе. Ну, я в кафе только кофе выпил, и все. Название запишите. Атка. Атка. Есть на Урале город Садка. Садка на Урале. Это город Атка Магаданской области. До Магадана показывает 196 километров. Яндекс.Навигатор. Было бы вот в такую погоду, например, при хорошем асфальте любоваться природой, горами. Просто вот сколько едешь и на горы, на леса, на реки смотришь, просто душа радуется, как красиво. Конечно, условия жесткие, но сегодня гораздо теплее, чем было вчера. Утром вчера я проснулся, температура была, сейчас не помню, или 8, или минус 10 градусов. По-моему, минус 8 было. Тот автомобиль, который стоял во время старта. Так, Магадан 194. Вот. Это водитель, который вчера вот на трассе, у него подшипник полетел. Я думал, у него прокол. У него гораздо хуже. Поэтому оставил автомобиль. Сам на такси поехал в Магадан. Дела какие-то у него.
на скорости примерно 40-50 километров в час, часа.
там я переночевал, теперь я отказался, потому что в машине мне более комфортно. Как бы не стесненно себя чувствуешь. Утром принес теплой воды, умыться, руки помыть. Я настоял.
составляет 8 дней, с учетом того, что вчера, ребят, перекрасывал видео. Я с вами тут пусто. 21 километр в час, 51 минута движения, пройдено от заправки 18 километров. Девушка около автомобиля. У нее не было колесо.
девушки на автомобиле даже не остановился. Я как-то так не выдержал, и мужики, которые были рядом, красавые, пошли по парке. Пошли по парке на разделы. Но уже после... Здесь можно двигаться со скоростью, наверное, 80-100 километров. Ну вот есть участки, говорю, которые, наверное, очень надолго останутся в памяти. Это, во-первых, 30-километровый отрезок. Это возле, когда ехал не доезжая до Алтана, там участок 30 километров. Это вообще жуть. Тут какая-то палатка стоит. Рыбаки, или может быть море золото, ребята. Здорово, отношусь, здорово. Тут с
километров. Посмотрим, сколько дорога.